Привет, YouTube! Марина с вами. Хочу показать вам дорогу, по которой мы едем домой. Вот мы выезжаем из Сити. Упс. Вот это река Яра, на берегу которой мы ланчевали не так давно. С левой стороны находится арена австралийской теннисный корт, в котором проходят олимпийские соревнования по теннису, большому теннису. Впереди, what is it on the front of us? Which one? Collingwood? This one. That's Margaret Quarterly. They played both for tennis. Впереди нас вот видно, флаги развиваются, там крыша такая. Это тоже играют. Теннис? Он говорит, вот пока арена. Вот это одна арена. Знаменитый, вот где проходят все большие соревнования. Да, за один раз, конечно, показать это все немыслимо. Да, и вот это, да, это Сока, то, что играет Сока, игра называется, я не знаю, как по-русски, наверное, так же она называется. И вечером, ребята, вот это все переливается цветными огнями. Каждый вот этот треугольничек, необыкновенно красивое зрелище. Вечерний Мельбурн, конечно, сказочный. Он и днем-то красивый, но вечером, да, вот здесь. Ну и парки, в которых проходят всевозможные. Продолжим нашу съемку. Сейчас после обеда 25 градусов. Тепла, прекрасный день сегодня, конечно. Прекрасный солнечный день. Не жарко, не холодно. Такой ветерочек приятный. Это церковь. Вот скоро заканчивается центр города, и мы выйдем на скоростную дорогу, по которой проедем, ну я не знаю, сколько, минут 20, наверное, 25, до того, как приедем домой. Скоростная дорога называется Freeway. Есть платные дороги, есть бесплатные дороги. Можно выбрать, по которой дороге ты хочешь поехать. Я не знаю, кому-то интересно, нет, вот эту дорогу показывать, я, наверное. Выключу сейчас камеру. В Австралии, кому если интересно, вот в Австралии правый руль в машине. И мы ездим по правой стороне, так же, как и в Англии. То есть противоположная сторона дороги по сравнению с Россией и остальной Европой, скажем так. Я даже не знаю. Да, ну вот сейчас покажу, как мы выезжаем на скоростную трассу из города. Вот едем по мосту. Поворот налево.
прямо к дому. На скоростной трассе скорость не должна превышать 100 км в час. Есть скоростные трассы, на которые скорость не должна превышать 130 км в час, но их не так много. То есть в основном это 100 км в час. Вот линия, по которой мы сейчас едем, она почти крайняя. Почему я говорю почти? Потому что следующая линия должна быть свободной. Она только для того, вот мы сейчас на нее заехали, только для того, чтобы обгонять. То есть, если ты чувствуешь, что тебе нужно ехать быстрее, и ты хочешь обогнать какую-то из машин, ты перестраиваешься вот на эту линию, на которой мы сейчас едем, обгоняешь и переходишь, возвращаешься в левый ряд, в котором раз, два, три линии. В одну из этих трех линий ты возвращаешься. Значит, с правой стороны от нас видна сплошная линия и еще как бы одна линия дороги, которая называется emergency line. Emergency, то есть для, если что-то случилось, какая-то авария, или вы должны сделать звонок, или что-то. В общем, та линия, которая только разрешается в случае... Господи, как же emergency сказать? В случае что-то, чего-то... Слово не приходит даже в голову. В общем, линия, на которую, если что-то случилось, вот эта линия с правой стороны от нас, как мы едем, за сплошной белой линией. Вот машина серая впереди, Холден свернул налево, ушел с этой линии, потому что мы должны ехать по левой линии. Я так думаю, что мы тоже сейчас скоро, Марк свернет на левую линию, потому что линии, по которой мы едем, только для обгона, как я уже сказала. Полиции на дорогах Австралии не видно, и кажется, что ее нет, но это неправильно. Полиция всегда есть, и она не спит. Вот. Вот сейчас машина серая нас обогнала, потому что ему нужно было обогнать. Вот видите, что происходит? То есть вот эта линия, по которой мы едем, она только для обгона. Why were you driving on this line? Because it's every line I can drive on. No, what this line only for if you want to overtake? No, there's no overtaking lanes on here. There's no. It's only on the highways. It's keep left unless I overtake it. Freeways. So this is line for everyone. Yeah, line for everybody. Окей. Значит, я была не права. На другой дороге, вот то, что я сказала, правило крайние правые линии для того, чтобы обгонять. Здесь он говорит, нет, оказывается, мы едем по своей линии. Это просто нервный водитель попался, который поторопился обогнать Nissan. И вот он там впереди сейчас серенькая машинка его маячит. Остальные машины. В общем, чем левее линии, тем ты можешь, ну не можешь ехать. То есть если ты чувствуешь, что по какой-то причине тебе нужно ехать медленнее, или ты не можешь ехать, или с машиной, или ты не очень уверенный водитель. И если ты еще практикуешься или учишься, то лучше всего, конечно, занимать крайнюю левую линию и по ней практиковаться. А все остальные линии для более уверенных водителей, скажем так. Ну, что я сказала про полицию? Да, полиция всегда не дремлет, полиция на чеку, и очень много случаев, когда даже полицейские вертолеты, если что-то происходит сверхординарное, они слышно, как кружат над городом и выискивают или пытаются остановить какой-то из автомобилей, какой-то из движущих средств. 100 километров, вот сейчас был знак в час разрешенная скорость. Вот еще знак, который показывает нам по правой линии грузовикам проезд запрещен.
что еще показывают нам знаки здесь? Ну вот, которые еще дополнительные сюда на эту фривей, еще дороги с левой стороны постоянно заходят, видно знак. Встречная линия тоже раз, два, три. Встречная дорога имеет три полосы. Ну, я не знаю, что еще интересного рассказать. Есть велосипедные траки рядом с дорогой для машин. Проложены велосипедные траки. Мельбурн очень любит велосипеды и велосипедистов, скажем так, или велосипедисты любят Мельбурн. В общем, обоюдная любовь, скажем так. И велосипедные траки здесь, в Австралии, очень-очень хорошего качества, совершенно защищенные, с бортиками, гладкие, как и остальные, впрочем, дороги, как вы видите. Это не те дороги, которые в других странах, скажем так. Чтобы не обидеть никого, но дорога совершенно изумительного качества. Изумительного. Что еще здесь? Что еще здесь видно? Есть места, где можно... Вот даже здесь мы сейчас проезжаем. Линии, где вы можете остановиться, если вы захотели выпить воды, или вы почувствовали себя плохо и захотели выпить таблетку, или сделать звонок. То же самое, вот здесь этот знак мы видим, который называется Emergency Only. Вот знаки над дорогой, куда вы едете. Все понятно, все расписано, все прописано. Ну и потом у всех, конечно, сейчас навигатор в машине, понятно, куда ехать. Главное было бы знать, зачем. Ну что, если я всех еще не утомил, я пока, наверное, с вами прощаюсь, потому что еще 15-20 минут будет вот такой же пейзаж, та же самая фривей. Я не думаю, если кому-то это будет интересно. Ну и увидимся с вами в следующем видео. Пока, bye.